А также 24 ноября 1997 года во Франции скончалась певица Барбара. Очень интересная личность, популярная очень. Кавалер Ордена Почетного Легиона в 1988 году ее наградили. Там тогда много артистов было награждено и певцов. Она была актрисой, снималась у великих режиссеров французских, итальянских, дружила со многими звездами Франции. Жераром Депардье, в частности, он для нее спектакль ставил. Хорошие песни, лирические, так он, знаете, французский небольшой такой шансон, легкий, спокойный. Вчера я первый раз послушал ее песню, замечательную. Я выложил на своей странице «Память ушедших от нас» ВКонтакте. Подписывайтесь, там клип ее есть. «Светлая память Барбары». Она, кстати, была потомком по маминой линии русских евреев, живших в России, в Российской империи, в Одессе. Вот такая история печальная. Светлая память Барбаре.